Смотр строя и песни – это не только возможность показать себя. Основная его задача заключается в патриотическом воспитании подрастающего поколения с самых юных лет. Недаром конкурс носит имя Сергея Васильевича Андреева, который служил для многих большим примером. Сергей Васильевич сам являлся кадровым военным, являлся капитаном запаса вооруженных сил. Он очень много сделал для развития, формирования патриотизма у подрастающего поколения в нашем городе. В отличие от более старших участников, у третьеклашек и четвероклашек еще нет большого опыта участия в смотре. Но к строевой подготовке они подходят максимально ответственно и серьезно. Младшие школьники уже сейчас осознают, что значит быть дисциплинированными. Нас выбирал учитель. И то, что я хорошо марширую на физре, нужна хорошая дисциплина. Выполняй все команды, которые выдает командир. И слушаться. Отряд направо. Отряд круг. Гоп. Безусловно, мальчикам строевая подготовка еще пригодится в будущем. Что же касается девочек, то и они могут вынести для себя из участия немало полезного. Смотр-конкурс призван научить детей действовать слаженно и работать в команде. Это тоже чувство братства, чувство локтя. То есть развивает и коммуникабельность, и дружбу между детьми в коллективе учебном. Это очень полезно для развития, для взаимоотношений. Жюри, помимо четкости выполнения строевых команд, построения и движения строевым шагом, отдельно оценивает также доклад командира. Я принимаю участие в таком конкурсе не в первый раз. У нас проводился такой же конкурс в школе. Там мы заняли первое место, и поэтому мы пришли сюда, чтобы снова занять свое первое место. Команды было несложно учить, ведь благодаря своим друзьям я их выучил очень быстро. Всем участникам удалось показать достойный уровень строевой подготовки. А диплом победителя заслуженно получила команда учащихся кадетской школы номер 4. Мария Пейль, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».